Да. Это у нас 19 апреля. Сын называет эти деревья плачущими. Я понимаю, почему. Сегодня у них как никогда есть повод. 19 апреля, Харьков. 17-й год. Вон церковь Петра и Павла. Была давеча Пасха. Было солнышко. Уже Пасха. 12 апреля на день космонавтики уже. Шашлычки жарили. В шлепанцах. Но матушка природа взъерепенилась чего-то. 6:34-6:35 где-то сейчас по Киеву время. И больше, конечно, похоже на зиму. Мне вот интересно, повымерзает это все, попропадает, абрикосы цветущие или температура все-таки нулевая. Может, выживет.